С ее помощью на свет появились сотни малышей. Сэра Усенова – акушер-гинеколог, которая всю свою жизнь посвятила работе в районной больнице. Работа у врачей непростая. С началом пандемии ответственность и еще более возросла. Да, до пандемии люди потеряли веру во врачей, но мы самоотверженно помогали в трудные времена. И теперь вера в медиков выросла. Выросло также и уважение. Но наша задача в том, чтобы мы были готовы служить людям в любых обстоятельствах. Свою карьеру врач начала в одной из столичных больниц, однако через несколько лет вернулась в родной город и так и осталась. Забота государства и внимание к медикам воодушевляют нас, врачей. Нам повысили зарплаты, вручают премии. Это, конечно, сильно поддерживает. Работе в районной больнице Сайра Усенова отдала более 20 лет. От простого врача дослужилась до поста заместителя главного врача. Свою фамилию медик с удивлением и радостью обнаружила в указе президента о награждении ряда профессионалов по случаю Дня независимости страны. Я не могла поверить в это, когда услышала. Это госнаграда для меня – результат не моих личных усилий, а работы всего коллектива нашей больницы. За этим стоят усилия большого количества профессионалов, людей, которые вкладывают душу в свою работу. Именно в Ноукатской районной больнице медики, основываясь на богатом опыте, одними из первых стали делиться успешными методами лечения коронавирусной инфекции легкого течения. Это особая гордость для врача. В этой связи Сайра Усенова очень благодарна главе государства, который оценил эту работу. Алена Смирнова, Айджанел Турдумаматова, Эдиль Алиев, ЛТР, Ошская область.